Всем привет! Сегодня я вам поведаю тайну. Если у вас заболели ушки или у ваших детей по какой-либо причине, либо продуло, либо так бывает, что вот заболели и все. Ну, всем известно это то, что раствор кислоты борной спиртовой 3% мы смачиваем тампончик из марлечки, развести сначала нужно один к одному с водой, немного разогреть, и этот тампончик продолговатенький он должен быть, в ушко вставить. Но это то, что не из моего опыта. Еще использовать для этой цели можно соль. Ее разогреваешь на сковороде и потом этим греть. А я придумала вот такой метод. Беру гальки. Это я собирала для аквариума. Старалась собрать гладенькие такие, более-менее. Вот берем гальки, кладем их в сковороду. Ну, сковороду вот я взяла похуже, если кого заинтересует. Не такие не тефалевские, которые с покрытием, с хорошим. Так, которая похуже сковородочка, чтобы ее было не жалко. Ставим на огонь. Вот сковородочка у нас с вами греется. Я решила вам просто рассказать и показать это. Просто сама вчера ходила на свете, холодно, и продула. Болит одно ушко. И я сейчас хочу вот вам заодно показать такой рецептик. Сняли сковородочку с огня. Приготовила я вот такую косметичку на молнии. И если сковородка небольшого размера, диаметра вот маленькая, то очень хорошо сыпать. Вот, высыпали гальки, застегнули. И, пожалуйста, можно прикладывать к больному месту. А еще хорошо, если шерстяная тряпочка. Для этой цели можно обернуть, либо мешочек сшить из шерсти. Связать можно из шерсти и прикладывать к больному уху для прогревания. Конечно, можно использовать и песок, и соль, но это уже не настолько, как бы сказать, не то что действенно, а это сыплется. Там уже нужно более прочные мешочки. Здесь оно как-то более гигиенично, что ли, так скажем. Все. Идем лечиться. Спасибо за внимание. До свидания.